Добрый день! Вашему вниманию предоставляется видеообзор на фару переднюю M-Wave Apollon A 3 Вт, светодиод повышенной яркости, две функции, черный алюминиевый корпус. Именно так она называется на сайте onlinetrade.ru, где я ее купил. Сейчас она стоит 888 рублей. Вот есть в наличии 4 штучки. Вот, какие же технические характеристики указаны на сайте в описании? Это белый светодиод мощностью 3 Вт, две функции, постоянно мигающие крепления, пластиковый хомут на руль, алюминиевый корпус. Вот, уже там 3 положительных отзыва. Вот, значит, дескать, отличное крепление к рулю, регулируемый фиксируемый наклон, белый дневной свет 6400К, 3 батарейки в комплекте, есть режим мигания, металлический корпус. Также неравномерное освещение, сильнее в центре, нет фокусировки, регулировки дальности яркости. Дорогой, псевдонемецкий, сделан в Китае, не самый яркий. Вот это мой отзыв, который я написал на сайте onlinetrade.ru. И сейчас давайте все-таки посмотрим на сам товар. Значит, что у нас здесь есть? Кнопка включения, она такая большая, в торце расположена, можно нажимать. Вот, и два режима, либо постоянно мигает, либо она постоянно светит. Вы видите, в центре есть такое световое пятно. То есть освещение не очень равномерное. Вот особенно вот так вот видно хорошо это. Дальше. Давайте я вам поближе ее покажу. Значит, здесь какая-то непонятная 3 Вт LED надпись. Дальше, что мы еще здесь видим? Логотип M-Wave. Вот. Крепление. Вот здесь еще такой был прикручен штучка. Я ее оставил около велосипеда, и резиночки для дополнительного крепления. Якобы можно тут как-то быстро снять с этого крепления. Давайте, ну что-то у меня сходу так вот, а вот якобы он открепляется, и можно как-то пытаться снять, вот. Ну, немножко с трудом, но может быть это и хорошо, что так снимается с трудом. Давайте обратно наденем эту фару, то есть ее можно, когда у вас нет желание оставлять ее в людном месте, вы можете как бы снять и забрать с собой этот фонарик, и его не украдут у вас. Тем более, что он стоит вот несколько сот рублей. Значит, давайте посмотрим на светодиод повнимательней. Надеюсь, вас камера сфокусируется именно на светодиоде. Вот он один, ну, то есть их не несколько. И такая алюминиевая отражалка. Вот. Теперь попробуем разобрать это устройство. Вот здесь сама, собственно говоря, эта кнопочка. Вытаскиваем. И здесь, что самое удивительное, здесь даже в комплекте есть батарейки. Естественно, это одноразовые батарейки какой-то фирмы непонятной. Вот, но пока они... Мне их хватает, но в будущем я планирую поставить сюда аккумуляторные батарейки. Вот, и здесь такие прижимные пружинки, для того, чтобы это наиболее эффективно прижималось, видимо. Вот их 4 штучки по 1,5 вольта. Пальчиковые, мизинчиковые их называют, да? 3 ААА по 1,5 вольта. Давайте их достаточно быстро, я думаю, можно их заменить. Вот, запихиваем обратно все это. Я думаю, достаточно должно легко вставляться, но что-то... А, тут есть направляющие. Вот, то есть это строго, на самом деле, под определенным... Вот, вставляется. Так, вставляем, закручиваем. Пока вроде он не отваливался. У меня дети очень любят с ним играть. Моего младшего школьного возраста. Дома как игрушка у них это. Вот. Но сказать, что очень сильно он освещает дорогу, нельзя, но всего лишь 3 Вт, может быть, их поставить нескольких фонариков. Тем более, ездим в основном по Москве, и поэтому о какой-то острой необходимости не возникает в том, чтобы пользоваться им. Но за городом, наверное, будет очень полезно. Вот так вот он мигает. И так постоянно горит. Вот я направляю на камеру.
Ну, можно, в принципе, если прям на него посмотреть, то немножко даже кратковременно потерять четкое зрение. А давайте в заключение посмотрим, что еще пишут у нас на сайте. Некоторые выбирают между MWF и яркий луч. Яркий луч им не понравился, уж очень дешево и ненадежно исполнен, да и отзывы в интернете показали, что яркий луч не стоит своих денег. Выбирал MWF и не пожалел. Вот этих батареек хватало ему на 1,5 месяца езды по вечерам. Крепление простое и надежное. Ну, рекомендую также вам еще дополнительно прикупить задний фонарь красный. Вот, может быть, он даже более полезен. И отражающую жилетку. С точки зрения безопасности она очень важна. Но об этом в моих следующих отзывах. Покупайте на онлайн-трейд.ру со скидкой. Спасибо за внимание.